мишень, под мишень, под мишень. И вы должны эту точку каждый раз одну и ту же иметь. У нас не может быть, что один раз вы прицелились, у вас оружие зашло выше, другой раз ниже, а третий раз вообще над мишенью. У вас должно быть свое постоянное место. Вы замерли, поставили под этот, под кружочек мишени и застыли. Больше вы не должны работать с мишенью. Вы делаете удержание тела и смотрите, что делает мушка. Вот это все, что вы должны сделать.